20 Лиабейских федеративных аудиторий. Знаешь, человек играет дважды. Первый раз физически, а второй раз, когда о нем забывает. Не будем забывать, что жизнь человека – это не только то, что он прожил, но и то, что о нем помнит, и как хранят его образ в своем сердце. Итак, прозвучит фламен для двух альтов в исполнении Катерины Супрун и Валентины Бугра, которые являются яркими представителями альтовой школы профессора Сергея Владимировича Кулакова.